трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Верхах снова заговорили о том, что автомобили у нетрезвых водителей надо конфисковывать. Соответствующую законодательную инициативу разработала Заксобрание Архангельской области. Она уже поступила в Госдуму. Депутаты считают, что нынешнее наказание за пьянку за рулем мягкое, иначе бы количество нарушителей резко сократилось, а оно остается на высоком уровне. По данным архангелогородцев, в их регионе за последние 3 года более 2000 водителей были привлечены к ответственности за повторную пьяную езду. Трасса 101. Федеральная антимонопольная служба разослала в свои региональные подразделения письма с требованием усилить контроль над ценами на бензин и дизельное топливо. Кроме того, ведомство попросило нефтяников отчитаться о количестве горючего, которое в ближайшие дни будет продано за рубеж. ФАС успокаивает, предпосылки для подорожания топлива отсутствуют. Трасса 101. Российский союз автостраховщиков пожаловался на подорожание полисов ОСАГО. Имеется в виду их изготовление. Цены выросли с 1 февраля и росли якобы на протяжении 4 последних лет, в среднем на 9% ежегодно. Страховщики заказывают бланки автогражданки у компании «Госзнак». Она-то и подняла стоимость до 5600 рублей за 1000 однослойных бланков и до 7200 рублей за 1000 двухслойных, опять-таки на 9%. Союз планирует найти другую, менее дорогую типографию, лишь бы из-за этого бумажная обязательная автостраховка не стала дефицитом. АвтоВАЗ обновил Lada X-Ray, входящий в пятерку самых покупаемых новых кроссоверов в России. Комплектацию люкс дополнили подсветкой порогов передних дверей и центральным плафоном. Эта же версия, а также версии Prestige и Exclusive обзавелись круиз-контролем с функцией ограничения скорости. Все комплектации получили пластиковую облицовку порогов. Минимальная стоимость авто со скидкой 584 900 рублей. Трасса 101. Toyota RAV4 – самый приобретаемый в России новый японский автомобиль в 2017 году. Обладателями модели, по данным агентства «Автостат», стали почти 33 тысячи наших соотечественников. Второе место – 26 с лишним тысяч авто у Toyota Camry. Бронза досталась Datsun Ondo с результатом 26 тысяч реализованных экземпляров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.